Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в литературной гостиной журнала «Симбирск». Сегодня наш гость Иван Эдуардович Сивопляс, краевед, историк. Он родился в Москве, окончил историко-архивный институт и много лет живет в Ульяновске и работает научным сотрудником в музее-заповеднике «Родина Ленина». Иван Сивопляс – известный краевед, автор многих публикаций в журнале «Мономах». Но мы сегодня представляем вам Ивана Сивопляса, поэта. В нескольких номерах литературного журнала «Симбирск» есть подборки его стихов. Итак, предоставляем слово Ивану Эдуардовичу Сивоплясу. Здравствуйте! Меня зовут Иван Сивопляс, я научный сотрудник музея-заповедника «Родина Ленина». Я краевед, литератор, поэт. В данной ситуации вот сегодня меня пригласили как поэта в первую очередь. Но, безусловно, без рассказа о краеведении, о моей основной работе, наверное, этот рассказ не обойдется. Я довольно давно, может быть, скоро будет большая часть своей жизни, сотрудничаю с журналом «Мономах», нашим замечательным краеведческим изданием, журналом, в котором выходят очень многие мои публикации по разным вопросам, по разным личностям, связанным с нашим краеведением. Вот в этом номере, например, который лежит здесь на столе, тоже есть моя статья, посвященная музыкальному Симбирску, посвященная личности замечательного нашего деятеля XIX века Василия Васильевича Черникова, который был музыкантом, который был издателем, который был судебным деятелем, в общем, кем угодно был, человеком разнообразным. Вот. И это очень хорошо, и это замечательно, что у нас есть журналы, бумажные журналы. В первую очередь потому, что, есть у нас в наше время интернет, есть у нас много разных возможностей для публикаций, но, тем не менее, то, что остается в первую очередь для потомства, и сейчас, и потом, это будут именно книжные издания. И мы, в общем-то, тоже хорошо, что уже сейчас работаем на будущий век, на век грядущий. Помимо краеведения, я еще и пишу стихи. И тоже несколько моих публикаций были в журнале «Симбирск», тоже замечательном нашем журнале. То есть стихи я пишу еще давнее, еще дольше, чем я начал работать над прозой. Как-то в свое время они начали складываться у меня еще в раннем детстве. Но стихи для меня были, как-то так всегда, немножко не основным делом, не основной работой. То есть я не стал поэтом-песенником, не стал поэтом, который профессионально куда-то много пишет. Они сопровождали мою жизнь, они сопровождают разные события моей жизни. И это, в общем и целом, замечательно. То, что есть возможность писать стихи, есть возможность стихи публиковать. Потому что тоже для поэта очень важно, чтобы он был услышан. И сколько бы людей его не слышало, то есть это всегда важно. Потому что слово произносится, слово говорится вслух, и слово должно звучать. И вот когда оно звучит, когда поэт ощущает, что есть отклик, что есть те люди, которым его стихотворение нравится, это для поэта всегда важно. В журнале «Симбирск» уже на протяжении нескольких лет появлялись разнообразные мои публикации. Это определенным образом поэтические циклы, связанные с разного рода темами, с разного рода событиями моей жизни. В общем-то, для меня поэзия в последние годы – это своеобразный такой поэтический дневник тех или иных событий, тех или иных переживаний, которые происходят в конкретные дни, в конкретное время. Эти переживания ложатся на бумагу, складываются в строки.
Вот. А потом конкретные стихи складываются в определенные поэтические циклы, вроде тех, которые были опубликованы как раз вот в журнале «Симбирск». Один из них, вот как раз последняя публикация этого года во втором номере за 2021 год, она называется «Доча». Вот. Она связана с важным событием в нашей жизни, в жизни моей семьи. Вот. У нас родилась дочь Аня, Анна Ивановна. У нас очень долго с супругой не было детей, 12 лет мы жили в браке. И вот, наконец, у нас родилась дочка. Вот. Соответственно, да, это событие, вот оно тоже еще даже до рождения дочери начало складываться таким образом, то есть оно отражаться в моем поэтическом творчестве. То есть когда мы вот поняли, что мы будем родителями, когда это родительство определенным образом начало накладывать отпечаток на нашу жизнь, когда это родительство определенным образом тоже соотносилось с теми событиями, которые происходят вокруг нас, потому что 2020 год – это, помимо прочего, еще начало пандемии. И в то же время, как бы среди всего, что происходило, это было очень оптимистично, это давало очень большую надежду, давало очень большую радость, что жизнь на самом деле продолжается. 2 февраля 2020 года. Вот и втроем мы в храм Божий приходим. В Машеньке нашей жизнь новая теплится. Ткется из плоти детская тельц. Душа живая, чудо Божье. Мы так молились о нем и ждали. Ждали и продолжали надеяться. Богу мы посвящаем радость нашего первенца. Ну, 2 февраля 2020 года это, как известно, день Сретения Господня. Вот. И вот это стихотворение перекликается с событием этого религиозного праздника. 20 февраля 2020 года. Солнце светит, синицы чирикают, ноги потомкам у льду разъезжаются. Едут машины и люди шагают, жизнь вокруг нас продолжается. Жизнь, которая в нашей Маше, тоже становится чуточку старше. Вот, супругу мою зовут Мария. Вот. Стихотворений я очень много, да, в последнее время. Моя личная жизнь, моя супружеская жизнь меня вдохновляет на создание стихов. И вот эти стихи вот я предоставляю публике. 5 марта 2020 года. Наша Маша и наша кроха. Все хорошо, все совсем неплохо. Воздух весенний, взбираешь грудь. И вдруг заходится сердце от счастья. От радости жить и любить и верить. Счастье это по-настоящему. 6 марта 2020 года. Солнышко обрызгало землю ярким светом. Плавит лед и плавит снег. Воробьи чирикают. Я мечтаю о тебе, о единственной тебе. Ясном солнышке мое. Нет, о солнце нашем. Нашей звонкой Маше. Ведь когда любовь в двоих нас не помещается, от такой любви, большой любви дети появляются. 4 апреля 2020 года. Спят на кровати Маша и кошка, свернувшись лепешком. Спит, улыбаясь в Маше, малая дитятка наша. Солнышко светит и бродит. По улице коронавирус. Руки лагаем Божьи. Нашу любовь и радость. Вот, у нас достаточно много животных, сейчас вот их у нас осталось две кошки, но у нас как-то в последнее время к нам прибивались кошки, и поэтому кошки тоже попадают в стихи, про кошек есть стихотворение. Вот. И кошки, в общем-то, тоже делают нашу жизнь, ну, конечно, они ее делают немножко хлопотнее всегда, но зато интереснее, разнообразнее. 8 апреля 2020 года. То ли Маша прижалась к Плюше, то ли Плюша прижалась к Маше и мурчит о своем кошачьем. Левый глаз приоткрыв немножко. Домоседы все мы и кошки. И малыш наш в тебе, который научился уже улыбаться. 19 апреля 2020 года. В Маше растет понемножку малыш с размером с ладошку. Дрыхнут повсюду кошки, облачки, как овечки. Сын человечий восстал из гроба. И радость наша тем глубже и выше. И вот в день рождения тоже дочки, когда Машу увезли в роддом, я оставался один, оставался довольно долго, потому что Машу сравнительно долго не выписывали. И с Машей тоже не было возможности по коронавирусному времени сразу встретиться. 24 сентября 2020 года.
День такой теплый и радостный, воздух напитан свет. Боже, спасибо за все благодати, что дадишь ты нам в день этот. За золото листьев, за сладость плодов, за хлеб и вино в чаш, за радость, доверие и любовь. Спасибо за доченьку нашу. 24 октября 2020 года. Нашей доченьке месяц исполнился, и из-за тучек вылезло солнце. И было тепло, и не было ветра, и мы гуляем втроем по светлу, миру осень. И Господа славя молитвами мысли, Анечка с нами. 5 января 2021 года. Анечка улыбается, веселый лучезар. Такой вот лысенький лучик с пухом на круглой головке. И серый январский вечер, тепло наполняют и радость. Нам улыбается счастье, детской беззубой улыбкой. А вот, то есть, стихи продолжают слагаться, слава Богу. Слава Богу, жизнь продолжается нашей дочери уже больше года. И это замечательный год нашей жизни, несмотря на все испытания, несмотря на все что, то, что нам приходится переживать. Вот. Все хорошо, все замечательно. Что еще? Вот была другая моя тоже публикация, посвященная. Она называется «Написано в Питере». Вот. Некоторое время назад я поступил по своему вероисповеданию я католик. Некоторое время назад я поступил в находящуюся в Санкт-Петербурге духовную семинарию католическую, вот, учиться на диакона. Поэтому достаточно как бы города Санкт-Петербург, ну, город Санкт-Петербург – это, безусловно, место важное, это такая поэтическая столица России, связанная с массой замечательных поэтов, которых я люблю, уважаю, которые отразились на моем творчестве, так или иначе, начиная от нашего Александра Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Даниил Хармс, Александр Введенский, Иосиф Бродский, очень и очень многие. Вот. Поэтому мне приходилось и приходится ездить. Вот в мае этого года будет в мае 2022 года будет последняя сессия. Учеба моя так или иначе закончится. Вот. Но за годы учебы, когда приходилось ездить, вот, то тоже писались разного рода стихи. Они тоже связаны с моей жизнью, они тоже связаны определенным образом, это послание. Вот. Потому что у меня супруге, допустим, очень нравится ее любимое произведение литературное. Это роман Обломов. Вот. Ивана Александровича Гончарова, нашего замечательного земляка. Это абсолютно замечательное произведение жизни. И каждый раз, оказываясь в Питере, я тоже вспоминал, что здесь жил Илья Ильич Обломов. И, собственно, как бы получилось так, что семинария, где я учусь, она находится абсолютно недалеко от той самой улицы Гороховой, в которой жил Илья Обломов. 31 октября 2017 года. Среди петербургской сырой погоды вдруг понимая всю тихую мудрость Ильи Ильича, что лежал на диване. Кусачий ветер и вечный сляг мало способствует променад, и только любовь твое сердце греет, когда гуляю вдоль черной фонтанки. 2 ноября 2017 года. Где дом Ильи Обломова на улице Гороховой? Про это, кроме автора, не ясно никому. Кусает ветер за руки, а солнце светом радует из неба петербургского, и радуюсь ему. На улице Горохова, твоей любимой улице, на улице Обломова, любимая моя. 7 ноября 2017 года. Солнышко на питерских улицах и крышах, солнечные лучики, небо голубое. Улицы торопятся люди и машины, не хватает одного, нет тебя со мной. Настоящая любовь время не излечит, время приближает, миг желанной встречи. Тоже занимательно так получается, что когда я приезжаю в Питер, очень редко бывает питерская погода. Как правило, светит солнце, как правило, есть солнце, как правило, вот на этом солнце все по-другому смотрится. Но хотя тоже бывает и так, что бывает по-настоящему по-питерски. 1 мая 2018 года. В крыше и в тротуар лупит сердитый дождик. Питерская погода, небо темно и серо. Ветер рвет капюшон и зонтики у прохожих. Во время моей пробежки по загородному проспекту над крышами пара чаек. К тебе обращаю сердце и радость ощущаю. Тепло твое и молитву. 6 мая 2018 года. Федор Михайлович Достоевский жил в доме на улице Егорова. Улица называлась по-другому.
А Федор Михайлович все тот же. 21 октября 2018 года. Питер встречает теплом и солнцем, а сердце мое по тебе томится. Как там тебе без меня живется, как улыбается, дышится, спится? День постепенно сменяет вечер, и без разлук не случаются встречи. 26 октября 2018 года вечером. Пойду гулять сегодня я в Гороховую улицу, искать, где дом Распутина и, может, дом Облома, по мокрому поребрику, шаверму и гречу, и ангелам-хранителям, товарищам и спутникам. Скорее бы, к тебе, моя любимая. Тоже, да, улица Гороховая. Интересно тем, что в ней жил Григорий Распутин, а сюжет связан, кстати говоря, тоже с написанием краеведческого материала, потому что у нас в Симбирске, как известно, в 1918 году, 100 лет назад, во время гражданской войны, скрывалась дочь Распутина, Матрена Григорьевна Распутина, известный персонаж, литературный персонаж, который написал о своем папе эти мемуары. Вот. И вот это вот тоже меня подвигло как раз ходить, искать, где этот дом, ну, где дом Распутина известно. Там, правда, во дворе находится квартира распутинская. Вот. А вот где дом Гончарова, где дом, точнее, Ильи Ильича Обломова, до сих пор не очень ясно. 31 октября 2018 года. Из петербургского неба дождик тихонько накрапал. Думал о тебе, дорогая моя. Любовь не придумана, она просто есть. И все тут, мир вокруг нас. Она делает лучше и в сердце живет. Это стихотворение следующее, 31 октября 2018 года, «Супружество». Оно называется, это навеяно лекцией. Нам читали лекцию по истории христианства. И наш преподаватель, отец Мариано, такой интересный человек, он показывал нам изображение саркофага, раннехристианского саркофага, в котором вот были похоронены в свое время раннехристианские супруги. Там изображение птичек, цветов, это вот были знаки вечности. Дверь вечность распахнута, и над ней две птички клюют от плодов воскресенье, виноград и небесный хлеб. Смерти нет, любовь побеждает смерть. Ну, до поэтических сборников я пока еще не дожил отдельных, хотя вот недавно составил книгу, которую назвал «Любовь». Она вот тоже 365 стихотворений объединено, которые написаны вот в разные дни, разных лет, которые мы прожили вместе с моей супругой, с Марией. Вот. Но у меня есть несколько книг, краеведческих книг. Одна из этих книг – «Тоди с картинками», потому что я еще мало того, что я пишу, я еще и рисую время от времени какие-то, ну, сейчас это проще, система решается, безусловно, можно найти иллюстрации в интернете. А раньше, когда иллюстраций в интернете не было, а добыть иллюстрации было довольно сложно, то приходилось много рисовать картинок самому. Я не художник, не профессионал, но, тем не менее, в такой лубочной манере, в своей собственной манере, я вот рисовал черно-белые картинки, и с этими картинками как раз вышла моя в свое время книга, которая так и называлась, вот «Историк с картинками». Это было еще в 2008 году, это было достаточно давно. А в 2019 году, ну да, у нас в 2013 году была книга с моей непосредственно начальницей Еленой Константиновной Беспаловой, тоже нашим замечательным историком, краеведом, которая называлась «Прогулки по Московской», которая была посвящена улице Московской, улице Ленина, разным домам, сюжетам, личностям. С этой улицы связаны, в первую очередь, вот, личности меня всегда интересуют в истории, это всегда интересно, потому что в истории действуют люди, потому что то, что остается от истории, это именно человеческий взгляд, это именно человеческое измерение и человеческое осмысление тех или иных событий. Собственно, потому нам история интересна. Вот. Это тоже была книга, она была интересная, она была замечательно изданная. Вот. В последние годы это, кстати говоря, была, наверное, в последние десятилетия, а может быть, и в большее время, самая многотиражная краеведческая книга, изданная в Ульяновске. Общий тираж этой книги составлял 6000 экземпляров. И в 2013 году мы даже эта книга стяжала
лавры в Сибирской книге, вот, как лучшее издание по краеведению. Ну, книга действительно, она такая интересная, она очень хорошо, то, что в этой книге очень много иллюстраций, вот, то, что эта книга прорабатывалась, делалась с художником Александром Ивановичем Рощупкиным, вот, и интересно, как многие сюжеты, как многие вещи, которые в этой книге поданы, интересны, потому что всегда у художника есть свой взгляд на определенные вещи, на те или иные сюжеты, на те или иные фотографии, картинки, которые он в этой книге помещал. Вот. И сравнительно недавно, тоже в 2019 году, тоже в рамках нашей областной книгоиздательской программы, вышла моя книга, которая называется «Сибирское время Ленина». Вот. Она посвящена разного рода сюжетам, взаимосвязанным с тем временем, с той эпохой, с теми людьми, с которыми так или иначе взаимоотносилась семья Ульяновых во время своего проживания в Симбирске. То есть 1869 год Ульяновы сюда приехали, в 1887 году они отсюда уехали. Вот. Много было разного рода интересных событий, интересных, вот. В общем-то, вот эти вот, из этих событий складывалась эта книга. Вот. Тоже книга разнообразно ценная, разнообразно большое количество разных историй. Вот. В эту книгу вошло многие, правда, истории, то есть как бы работа, что называется, продолжается. Вот. Потому что, ну, допустим, в этом году для себя неожиданно мы тоже открыли, потому что раньше считалось, что в 1887 году Владимир Ульянов вместе с семьей уехал из Симбирска, и больше он в Симбирск не возвращался. Вот. Но вот как выяснилось, что в 1889 году Владимир Ульянов, 19-летним юношей, приезжал в Симбирск, здесь прожил больше месяца из Казани. Вот. Тоже интересная страница истории, которую, наверное, надо будет еще искать какие-то события с этой историей взаимосвязанные. Вот. Ну, я пишу довольно много, то есть иногда, вот, что интересно, над чем работаю, работать приходится много прямо над всем. И иногда какие-то интересные факты, истории, они в голове не очень держатся. Вот. Поэтому вот сказать, что интереснее всего, что интересует меня. Вот. Меня интересуют люди, да. Вот. И те или иные истории, которые с людьми этими взаимосвязаны. Ну вот непосредственно к чем я прибежал, да, вот сейчас начал писать статью про сибирского губернатора Владимира Николаевича Акинфова. Владимир Николаевич Акинфов – это был, наверное, лучший администратор во всей истории сибирского Ульяновского края. Был сибирский губернатор в 1893-1902 годах. Человек, которому Симбирск обязан очень многим, обязан железной дорогой. И самое интересное в сюжете об Акинфове, ну, Акинфов губернаторов во времена Российской империи назначал император. Это были чиновники Министерства внутренних дел. В 1901 году, когда Владимир Николаевич Акинфов собрался на покой, к нему явились депутации сибирян, и они просто попросили его, что он должен остаться губернатором еще. Уговорили его, то, чтобы он остался. Он остался, его, правда, потом на следующий год перевели в Москву. Вот. Но, тем не менее, это как бы уникальная история в истории нашего края. А еще у него просто интересная история, то, что тоже это был, ну, человек разнообразной жизнью битый. Вот. Там история у него была, то есть история такая альковная, у него была супруга, которая увлеклась его дядей Александром Михайловичем Горчаковым, знаменитым пушкинским другом, министром иностранных дел Российской империи. Дядя ее увел у него, потом у дяди ее увел великий князь Лихтенбергский. Все это было очень громко, обо всем об этом говорили. Владимир Николаевич вынужден был, то есть вместо того, чтобы делать карьеру, заниматься, то есть он на нем вот этот весь оттаптывался, весь этот скандал. Вот. Но тем не менее, я говорю, как бы человек, который не сломался, вот под очень тяжелые обстоятельства. Статья будет называться, наверное, «Великодушный рогоносец». Вот. Вот человек, который смог сделать очень много полезного, несмотря на все удары судьбы.
дорогие друзья, мы благодарим Ивана Сивопляса за участие в нашей программе. Это многогранно талантливый человек. Я думаю, вы смогли в этом убедиться. И в завершение мне хочется процитировать одно из стихотворений героя нашей встречи. Дверь в вечность распахнута, и над нею две птички клюют от плодов воскресения виноград и небесный хлеб. Смерти нет. Любовь побеждает смерть. Итак, благодарим вас за внимание. Всего вам самого доброго. До новых встреч!